Так, вот у нас еще одна посылочка пришла, их уже насобиралось много. И скоро мы будем делать распаковку на канале. Так что оставайтесь. Посылок вообще и сложности много придет. Я не думал, что я так много закажу, но так получилось. Так, сходила я, значит, в Акрополис для того, чтобы отправить свою первую посылку, проданную на eBay. Сегодня получилось продать один товар на eBay, это был, неважно, отправили аж в Америку, ну, не знаю, что с этим получится. Посмотрим, через недельку-две дойдет посылочка, тогда будем решать. Решил немного на eBay посидеть, попробовать что-то купить, продать. Но что из этого получится, не знаю, будем смотреть. Что-то, друзья, на этот раз посылочка очень огромная. Интересно, что же там, но что же там? Мы, конечно же, увидим в очередной распаковке. Друзья, всем привет! У нас уже полным ходом идет первая рабочая неделя, как бы... Работаем, стараемся, кто экзамены сдает, кто принимает не экзамены, а лабораторные работы. Ну, как-то так. Впрочем, понедельник начался довольно просто. Приехал на работу, поделал дела все, что нужно. Ждал студентов, которые должны были прийти, пересдать и сдать лабораторные. То, что я жаловался еще влога два назад, наверное, что никто не пришел. И ситуация повторилась, никто не пришел, не написал оценки, ну, как я могу поставить оценки из воздуха, к сожалению, ну, не знаю. Ребята, в общем, пропали, где они пропали, не знаю, чем эта история закончится, мы узнаем позже, и закончится ли она вообще чем-то. Ну, будем смотреть. Что еще? Ну, в принципе, у меня такой вид не очень, не побритый. Сейчас у нас примерно 7 часов вечера. Да, сейчас у нас 7:20, четверг. Я приехал вот на работу. Мне позвонил профессор, говорит, там мы договаривались делать кое-какой анализ для тебя. И завтра можешь ехать его делать, созвониться с человеком, он готов, можешь приехать. Ну, так, у меня образцы здесь, еще этот образец нужно было подготовить, поэтому я приехал там, не помню, где-то в 6 часов приехал. Сейчас сижу, как всегда, вот вы, может, помните, полирую образец. Вот он, вот такой он уже красивый, аж блестит весь. Полирую образец, сейчас заканчиваю и будем ехать домой. А завтра поедем делать анализ. Если получится показать, как это происходит, то я, конечно же, вам покажу. Вот такое какое-то начало года. Не знаю, одно и то же снимать не хочется, работу. Поэтому если что-то будет, буду снимать. Если нет, то пока. Вот этот январь месяц ролики будут коротенькие, но они будут. Они обязательно будут. Итак, забрали еще один заказ на Пигу, и он будет, конечно, не последний. Сегодня еще нужно поехать забрать посылочку одну, опять с Китая пришла, думаю, в конце месяца снова будет распаковочка такая интересная. А сейчас что мы делаем? Едем в университет дальше, образец я вчера сделал, буду сейчас договариваться, может, можно будет поехать сделать, поскольку, ну, обещали. Будем пробовать. Ну и буду, конечно, показывать и разговаривать с профессором о том, что я делал дома. А я считал, математика и снова математика. Поэтому сейчас немного такие скучные выпуски, поскольку кто работает, кто учится, и у нас все такое за компьютером, особо показать нечего. Но, ну, стараемся. Давайте, едем дальше. Thank you.
Да, погодка, конечно, ужасная. Дождь, дождь и дождь. Я бы сказал, лучше был бы снег, и он лежал, было хотя бы чуть прохладнее. Ну, не знаю, для меня лучше было бы так, чем вот этот дождь. Себе дворники нужно уже ставить. Ну ладно, мы сделали всю работу в университете, что надо. Ну, все остальное буду доделывать дома, потому что там монотонная работа, сидеть, читать, читать. Просто как-то не хочется сидеть на офисе. Буду сидеть дома, делать все это. Ну, едем домой. У нас там полный багажник заказов. Может, видно. Ладно.